Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Максим Смирнов, компания Turon Russia. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Очень приятно находиться на этом мероприятии. Очень здорово было здесь оказаться. Наша компания занимается производством натуральных сладостей. Мы находимся в Московской области, город Истра. Пришли на это мероприятие для того, чтобы найти себе партнеров в сетях и попасть в сети. То есть, ну, нам интересно общение, нам интересна информация, нам интересен диалог. Вот. Наша компания производит два бренда. Основные два бренда – это «Балиарика», и второй бренд – это «Традиция Турнерии». Что мы делаем? Мы производим сладости, мы их производим в России по испанским технологиям. Turon – это такая сладость по аналогии, наверное, с нугой. То есть, кто знает нугу, с качественным содержанием орехов. Вот. Основной наполнитель – это орехи и добавка. То есть это может быть клюква, это может быть маракуйя, это может быть цукаты, ну и так далее, там вишня. Вот. Отличаемся тем, что нет красителей, нет ГМО, нет сои, нет вредных химических каких-то добавок. Вот такой экопродукт. Рады общению, готовы к сотрудничеству. Вот, надеемся, что это мероприятие нам позволит попасть на прилавки наших сетей. Мы тоже на это рассчитываем и желаем вам в этом удачи. Хотели бы узнать, получается, у нас, когда был запрет на сыры, люди стали делать моцареллу, люди стали делать аналоги, не уступающие тем брендам, которые были на Западе, в Италии и так далее. И получается, если кто-то уже ездил на Запад, кушал Turon, ему очень понравился, он не знал, где же можно его взять сейчас. Теперь у нас есть свой ответ. Получается, натуральные, вкусные сладости для людей, которые следят за своим здоровьем. Ну, так и получается. Потому что многие, кто там путешествует, любят активный образ жизни. Те, кто много был в Испании, в Италии, во Франции, они знакомы с Туроном. Это такая сладость. У нее интересный вкус. И она очень сытная сама по себе. И, конечно, они ищут это все в России. Так как многие производители уходят, то у нас такое происходит импортозамещение. И любители Turon могут его найти в России. Я надеюсь, смогут найти в ближайшем магазине у своего дома. Спасибо вам большое и удачи. Спасибо большое, Сергей. Всего доброго, удачи вам и процветания всем вашим зрителям и клиентам. До свидания.